Так, ну сейчас я буду делать пробный запуск, посмотрим, что у нас получится. Погнали. Так, ну пробный запуск неудачный, прям конкретно. Надо будет на видео посмотреть, что он разлетелся так. Все размеры с фрезы, получается, пришлось снимать вручную. Ну, естественно, как бы длину мы знаем, да, у нас что 30,5 идет. Угол тоже известен. Поэтому, в принципе, по X и по Z я легко сделал таблицу. Ну, просто получается 30,5 разбил на 100 частей. То же самое сделал я, получается, с X. Знаю здесь угол, мы знаем это расстояние. Тоже получается от расстояния разбил на 100 частей. У меня вышла вот такая вот таблица. Ну, а вот с Y, это вот это получается, у меня сейчас в роли Y идет двигатель. Здесь уже проблема. Здесь спираль получается вот полоборота делает она, фреза. И почти до кончика фрезы доходит эта спираль. А вот эта часть уже, ну, маленькая здесь осталась кусочек. Тоже полоборота занимает. Ну, короче, параметров я не нашел. Какие здесь вот и самой ленты. Вообще все облазил, нигде не нашел, может кто-то знает, подскажет. Пришлось мне это все делать вручную. Получается, вот на 100 частей разбил я вот это все. И здесь, сейчас фокус поймаю. Не хочет ловить. Так, ну вроде поймал. Выставил я фрезу, получается, с самого начала. Прикоснулся, мультиметр у меня сработал, запищал. Все по мультиметру делал. Поднял я на сотую часть, да, правильно, на сотую часть приподнял, получается, контакт отошел, X подвинул и Y прокрутил, чтобы уперся вот в это лезвие. Все уперлось, запищало, опять приотпустил, ну, туда-сюда сделал, проверил, ага, есть контакт. Опять поднял еще на одну сотую, опять то же самое подвинул, прокрутил, подвинул, прокрутил. Короче, вот так вот 100 замеров мне пришлось здесь снять, чтобы переписать всю форму фрезы. Ну, короче, такая у меня получилась таблица. Здесь с одной стороны отпечатана, со второй. Все я это здесь записывал, что-то подгонял, переделывал. Потом все это вогнал я в блокнотик. В итоге у меня чуть-чуть, конечно, совпадение было такое косячное. Не совпадение, наверное, правильно сказать. Короче, были не совпадения. В итоге я потом уже переделал все в Excel и вбил таблицу. И здесь уже, получается, сделал график, чтобы видно было, какая у нас кривая идет. Чтобы все вот эти провалы, какие-то ступеньки поправить. Потому что, ну, фреза, опять же, не новая. И где-то не всегда контакт срабатывал в нужный момент. Потому что где-то смола там попадала, что-то еще. И были такие небольшие ступенечки. Но это я все выровнял. И плюс еще потом все числа, что у меня вышли по таблице, я их еще сделал сглаживание. Ну, получается, 3 числа выделяется, и потом оно... Общее среднее число выводится. Ну и, короче, вот так вот я все сгладил. Ну, в принципе, получилось неплохо, но все равно здесь вот тут я еще чуть-чуть хочу график понизить, потому что небольшой там... Ну, короче, мне не очень нравится, как она идет, там чуть-чуть надо подправить. Это еще не знаю, конечно, на полдня это вся фигня. Но ничего страшного, я думаю, на этого стоит. Должно получиться неплохо.
Сейчас закончу с графиком и буду пробовать точить. Ну, в итоге вот такая у меня кромка получилась. Сейчас фокус. Вот вроде фокус есть все. Я скажу, очень острая. Он ее уже пробовал здесь. Вот. Прям срезает вообще, ну отлично. Единственное, лишь бы она не крошилась, ничего. Потому что, не знаю, может она тоненькая, сильно острая. Но вроде попал в то ребро, куда надо. Единственное, мне все нравится. Единственное, в чем здесь косяк, хоть и по координатам, по всем я проверил, что у меня здесь закругление идет 1 мм, все равно она такая получилась чуть-чуть квадратная. Как бы вот закругление оно есть, вот оно видно все. Вот она округлая. Но почему-то здесь не радиус 1 мм. Ну, по крайней мере, так визуально кажется, что угол чуть-чуть не тот. А так очень острое все вышло. Сейчас буду экспериментировать, как она будет резать. Я покажу, как она резала до этого. Доска, получается, нарды я резал, льва. И доска рвалась, и в итоге из-за перегрева она вообще лопнула. Сейчас попробуем новую доску поставить, и что будет с этой фрезой, как она себя поведет. Посмотрим именно на сам рельеф, как выйдет вот с такой вот окружностью. Ну, я думаю, будет в любом случае лучше, чем просто его выкинуть, потому что все равно нарды, они все обтачиваются, все это шлифуется. Посмотрим. Так, сейчас выключу. Ну что я скажу? Сейчас сделаю фокус. Ну, режет отлично все. Сейчас она на максимальных оборотах. И когда фреза тупая, на максимальных оборотах, вот в таких промежутках она приостанавливается, прям видно такие черные пятна горения. Вот угол, допустим. Видно чуть-чуть, он такой потемневший, но я скажу, даже на новых фрезах, на максимальных оборотах углы бывают подгоревшие. Но пока в целом неплохо все. Вот она фреза эта. Пока все справляется. Ну тут когда подымалась, естественно чуть-чуть поджарила, ну как бы это, я скажу, ничего страшного. Но по крайней мере все режет, все нормально. Сейчас я поставлю резаться и посмотрим, что у нас выйдет в итоге. Ну что я могу сказать, результат в принципе мне понравился, все получилось, фреза острая, все дорезалось, такая же она в принципе острая и осталась. Я боялся, что если я слой сниму, вот этот вот титан это вроде идет, то она начнет тупиться очень быстро. В принципе вот она сейчас порезалась, доска, я покажу, как она порезала все сейчас поближе. Получилось все нормально, фреза также
визуально там, ну, попробовал я поцарапать там все. Также вроде все остро, ничего она не испортилась, все нормально режет. Единственное, вылезла ступенька, которую надо доработать, именно сами координаты. Все, опять же, диски у меня алмазные придут. Я уже буду ими делать, пробовать точить, потому что такие диски, когда одну сторону проходишь, они стачиваются. Уже из самого начала до конца дохода они стачиваются. И прокручивая, когда фрезу на 180, мне приходится диск опять пододвигать по иксу и опять затачивать, потому что его уже не хватает, он уже сточенный. С алмазами, я думаю, такого уже не будет. И все равно, ну, небольшие косячки есть по координатам, именно по самоуправляющей программе. Но подогнать на этой фрезе уже, в принципе, это нереально, потому что она уже максимально, что мог, я с нее выжал. Поэтому сейчас надо мне еще раздобыть тупых фрез, чтобы программу управляющую подогнать все, чтобы четко все получилось. Я думаю, точить так можно, даже нужно, чтобы не выкидывать их. Если у кого-то фрезы есть тупые, я думаю, по-любому они у кого-то есть, потому что у меня их было много, но в связи с экспериментами, опять же, ну, ни чертежей, ничего у меня не было на фрезе, именно на саму вот эту спираль. Угол-то ладно, еще можно выставить все это, подогнать. Окружность тоже радиус 1 мм, все это легко подгоняется. А сама спираль уже это проблема, конечно, серьезная. Чтобы все было четко, желательно какие-то чертежи. Их я не нашел в интернете нигде, хотя они по-любому есть. Если фрезы точатся, если они так затачиваются с завода, значит где-то чертежи есть эти. Но я облазил весь интернет, не нашел, поэтому мне пришлось вот реально каждой там тысячной доли поднимать эту фрезу по иксу, по игреку точнее, нет, по Z. По Z поднимаю, потом пододвигаю по иксу и игреком уже прокручиваю. И когда у меня контакт щуп замыкается на самой кромке, эти координаты я уже записываю в таблицу. Вот так вот я снимал, я даже не знал, получается фреза у нас идет 30,5 мм и разделил на 100 частей ее. И вот 100 частей вот этих вот снимал параметров. Конечно, это все не очень лучший вариант, потому что фреза где-то там в смоле, все-таки фреза бэушная. И где-то контакт мог срабатывать не прям точь-в-точь как надо. Ну, поэтому вышло вот так вот, да, чуть-чуть с косячками. Так что, не знаю, еще буду дорабатывать я программу управляющую. Если вдруг у кого-то валяются фрезы тупые, ну, по-любому у кого-то валяются, потому что, ну, судя по себе, я могу сказать, они у меня были до моих экспериментов. Можете мне написать там что-то как-то, может кто-то вышлет. Я еще подгоню управляющую программу, и тогда уже я, наверное, выложу ее или на канале на своем, или где-нибудь в комментариях посмотрим, кто будет спрашивать, буду выкладывать. Но пока не хочу ее выкладывать, потому что я результатом полностью недоволен. А когда, ну, не доделано что-то, я не люблю этим делиться на самом деле. Потому что я хочу, чтобы было все четенько. Так что если у кого-то есть фрезы бушные, присылайте, я уже все это подгоню, потом вам управляющую программу скину. Я думаю, это будет полезная тема, что, ну, просто фрезу, я думаю, еще можно будет раз пять, наверное, подточить, спокойно ей резать все. И это достаточно неплохо сэкономит бюджет. Тем более, если вы этим занимаетесь, именно там производите что-то на продажу. Я, допустим, в основном делаю нарды и продаю их. У меня как бы, ну, фрезы расходуются очень быстро. Единственное, что у меня разные нарды, разные фрезы, там, допустим, ну, где крупный рельеф, я режу там миллиметровой фрезой. А какой-то мелкий рельеф я уже режу 0,75, 0,5 фрезой. Шашки вообще там резал я и 0,25 фрезой, но их пока еще не хочу я ничего снимать. Это очень на самом деле сложно, размеры все снимать. У меня ушло несколько суток, чтобы вот эти вот все размеры подогнать. Но и то это не идеально, я считаю. Я хочу добиться вообще, чтобы оно вставил, вытащил полностью как заводская. Вот так вот. Сейчас я покажу, что у меня получилось именно со старой доской, где я резал этой фрезой, когда она уже была тупая, где доска у меня уже лопнула, вся подвеска. И то, что у меня сейчас получилось после заточки. Вот он результат, что получилось. Вот так вот. В принципе, неплохо все. Нигде ничего не потрескалось, нигде не поджарило. Все отлично, в принципе, вырезалось. Единственное, в чем косяк, это ступенька. Ступенька все-таки есть. Сейчас покажу ее. Вот такая вот ступенька получается в самом начале, где фреза начинает подниматься. Вот так вот идет зубья такие прям, ну, ступенечки конкретно, я скажу. Шаг у меня 0,3 мм идет здесь нарезки. И вот такие вот ступеньки. Вот их прям видно.
Но я думаю, это ничего страшного, это обработается, все сошлифуется. Но все равно я хочу сделать так, чтобы она была вообще полностью как заводская, чтобы не отличалась ничего. Я считаю, что это вполне реально все сделать. Надо еще чуть-чуть постараться. Ну, короче, нигде ничего не потрескалось, все четко. Доску, в принципе, не вывернуло. Здесь, если с края посмотреть, ну, плохо видно. Ну, оно ее ничего не подняло, все как бы нормально, вон она прижимается, все как бы ее не натянуло. Вполне неплохо. А вот старая доска, на которой я резал, получается, она вверх поджаривала, и он очень быстро высыхал и начинал лопаться. Вот тут вот трещины, ну везде вот она все потрескалась, опять же, вот где склейка была, тоже все треснуло. И плюс сама доска, ну здесь вообще она прям круглая стала, потому что верхний слой весь высох. Вот так вот фокус скачет. Весь слой верхний высох, и она сжалась, а низ как бы, ну, естественно, сырой. И верхушка начинает трескаться, вся лопаться. Вот такие вот очень большие задиры, все. После тупой фрезы. Ну, в принципе, вы-то, наверное, если режете, разбирайтесь, как понять, что фреза тупая. А здесь я скажу, ну, вон боковуха, сейчас сделаю фокус. Ну, все гладенькое, рваного такого нету, ничего. Нормально. Я скажу, что фреза заточилась, режет хорошо, все, вот опилочки я там снимал. На видео будет видно такой срез. Как бы неплохой, как бы может на видео не очень видно, но видно, что они прям нарезаны хорошо, опилки. Гладенькие, нерваные. Ну и, короче, получилось все заточить. Единственное, вот мне сейчас вот не нравится именно вот этот вот момент. Момент ступенек. Очень некрасивый. Конечно, шаг если уменьшить, то ступеньки практически не будет, но, естественно, это будет производительность резко падать, и я не вижу смысла в этом. Надо просто добиться хорошего результата по управляющей программе и, в принципе, резать как обычно. Ну, я думаю, на этом все. Кому было полезно это видео, интересно, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Я обязательно, когда добью именно управляющую программу, я это все выложу. И, в принципе, я думаю, если вы сделаете то же самое. Здесь ничего сложного нету, по сути, ну, вместо Y стоит у меня отдельно моторчик с цангой, шестеркой. Ну, там шестерку, тройку ставишь, и все, и он все точит. Как бы вообще проблем нету.